В центре внимания – автобусы. В регионе наблюдается рост ДТП с участием пассажирского транспорта. Число аварий за первое полугодие возросло на 30%. Есть один погибший, 102 человека получили различные травмы. В связи с этими неутешительными показателями сотрудники ГИБДД организовали рейд, чтобы проверить состояние пассажирского транспорта, как межмуниципального, так и межрегионального. Проверяем всю сопутствующую документацию, техническое состояние автобуса. То есть проверяем, есть ли у него путевой лист, прошел ли он сегодня медицинский осмотр, другие документы, есть ли у него в наличии, то же самое техосмотр. Ну и, соответственно, проверяем сам автобус, есть ли у него аптечка, есть ли у него знак аварийной остановки, огнетушитель, его состояние. Ну и, конечно же, в первую очередь ремни безопасности. Несмотря на комплектацию, любой автобус, занимающийся междугородными перевозками, должен быть оборудован ими. Иначе он по техническим характеристикам не может перевозить людей. Лобовое стекло менять надо. Да, мы заказали его. Аптечки, огнетушитель, знак аварийной остановки. Добрый день. По итогам массовой проверки было выявлено 28 нарушений. Здесь и ремни, и технические неисправности транспортного средства, и отсутствие некоторых документов. Все нарушители понесут серьезные наказания, ведь в случае аварии под угрозой окажутся десятки жизней. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.